Всем привет, друзья! Сегодня мы опять на охоте, вырвались с Костихи вдвоем. Ищем сейчас проезд. Путевки взяли у нас голубь и утка. Надо найти дорогу. Слышал, сколько там от тайки орет? Костя? Разлив хороший. Да он, вот он разлив, да. А тайки слышал, сколько орет там? Что делать? Ну, может, делать? Через верх попробуем ломануться, через ту сторону. Здесь нет, а мост здесь нашел. Что? Он какой-то из бревен. Что-то там, короче, он чуть-чуть заваленный. Я не проеду. Нет, там не проедешь? Нет, далеко. Чисто козлов можно там тропой водить. Ну а дальше здесь мы туда не проедем. Да. И крякают, и утки, и оттайка орет. Две штуки сорвались, ушли в сторону моря. В сторону моря. А здесь где-то орет очень хорошо оттайка. Видно, не видно будет. Вот она утка, мы ее нашли. Ага. Теперь как? Или это гуси? Что-то вкусное. Это, да блин, ты посмотри это на это. Это что-то очень вкусное. Костя, не похоже на утку. Крылья это машут. Давай подъедем. Это гусаки, по-моему, гуси. Поближе. Так они вон по всему берегу сидят, посмотри. Ну если вот теоретически там отрыть окоп, можно. Не факт, что она здесь сядет, она там может сесть дальше. Это надо спрофилировать. Пока не станет разведочь, нихуя не будешь знать. Где что искать? Что прочитать-то? Места искать. Львиная доля свалила уже. Места нашли. Теперь надо адаптироваться, блядь. Смотреть. Блядь, баранина воняет, кошмар. Ну вот они там и долбят. Вот долбят, значит, мы можем подойдем, посмотрим, где там кого долбят. Там чеки как раз, по-моему, да, начинаются. Как нет? Чеки вон вообще вверху. А там что-то, да? Нихуя там. Пусты. Печки. Здесь на разливе там спокойно. Вечерку ты имеешь в виду? Вечерку. Сейчас уже не будет. Вечерку нет, можно? Дальше там тоже разливы могут быть. Нет, можно, да. На вечерку можно здесь с манком постоять здесь. И оттайка может полететь. Да. Запросто. Ты слушай, откуда стреляют. Тоже польза. Да они там проехать, наверное, можно, Костя. Мы спугнули их отсюда. Там табунок поднялся. Штук 15, наверное.
Может это... Похлопать. Давай еще немножко пойдем. Ну давай. Чтоб ты здесь, смотри, как я развился. Она еще может сидеть здесь. Тут в машине тихонечко глубоко. Видишь, пуха сколько. Вижу, конечно. Смотри, черпанешь. Ой, нет, я там пойду. Шила хвость. Шилка, смотри. Ну, конечно, она здесь сидит. Что будет тут не сидеть? Есть достаточно вот этой воды. Шила хвость, знаешь, это, Костя. Значит, летит уже северная. Смотри, пуха сколько. Присутствие пуха есть. Значит, где-то она здесь и сидела. Если вечерку здесь оставаться, как думаешь, где лучше сесть? Там? В начале? Оттуда там тоже много вообще поднялось. Проехать вверх чеком, посмотреть, покататься? Ну давай покатаемся. Делать. Не, давай пройдем еще чуть-чуть. Там вон с той стороны, смотри, с какие разливы, Костя. С той стороны лучше, кстати. Мне почему-то больше нравится. Ну, вообще надо бесплатный проезд найти, самое главное. Даже если мы сегодня никого не стрельнем и найдем проезд, это будет похоже. Пошли, все, ходить нахуй здесь. Так, ну вон там кто-то делал скоротки. Здесь вот гусь поднялся и ушел. Спугнули мы его. Там вон единичные эти остались. Кучки. Сейчас ищем, смотрим, где, куда нам встать. На вечерку. Где? Ну я тебе говорю, вот здесь вот где-то это. Хуёво. Ниже проезд. А там вон скоротки, я говорю, смотри, остались. Там, по-моему, чучела даже у кого-то плавают еще. Здесь можно вывезти. Ага. В коротышах я здесь, походу, не пройду. Места хорошие, озера хорошие. Затоплено, залито, не пройдешь. Короче, надо одеваться. Мы все ездим, смотрим места. У нас сегодня такой поисково-разведывательный выезд. Вообще по утке и поискать фазана. Чтобы на открытие нормально открыться. Сороки летают вообще безнаказанно.
Так, в общем, определились мы, переехали. Сейчас посмотрим голубей. Потом на вечерку поедем туда же, где мы были. Поставим утку, посмотрим. Что там и гусь был, и утка была, и огурь. Было все и много. Будет ли? Будет ли вечером? Где-то вверху стреляю, да? Здесь уже, по-моему, кто-то был. Свежие следы. Ребята на Ниве. Не знаешь, кто? Егор. Ну, я про него тоже подумал. Егор, возможно, был. Что следы на Ниве. Что, на тебя вышел, да? Да я понял, что мимо. Что-то идем. До конца посадки уже дошли. Даже не видели. Такое ощущение, как будто кто-то... До нас уже здесь пробежался. Пару выстрелов было. Ну, вдалеке. Может, кто-то идет впереди нас. Да, Костян? Я говорю, такое ощущение, как будто кто-то вперед нас пробежался уже здесь. Такого же быть не может. Уже дошли до конца посадки, нету. Наверное. Че, у тебя ничего не слетело? С твоей стороны. А, Кость? А? Ну, я говорю, с твоей стороны ничего не слетело? То же самое. Две сороки, две синицы. Да здесь кто-то ходил, Кость. То, во-первых, вот он след на машине, те же самые следы, что и там. Кто-то до нас здесь шуганул, потому что не может быть такого. Блин, от начала до конца прошли и нету. Ой, блядь, еще туда идти. А, нет, нам сначала туда, а потом туда пойдешь, потом туда пойдешь, потом туда пойдешь, а потом туда пойдешь и урод. Пошли. Да, он что-то пашут, сеют. Вон, смотри, сел. Вон она села. Видишь? Это она сидела здесь, Костян. Вот мы с тобой, блин. Сейчас-то вхуем и по трансформатору. Как обычно. Гыр-гыр-гыр, блин. А она вот здесь где-то сидела. Не пахнет, она могла оттуда взлететь. Нет, она отсюда перелетела. Так, сделай вид, чтобы ее не видишь. Ты ее с это, рано просто перешел. Со всех стволов как ебанем. Вот ты матюшинник, блин. Не буду я это вырезать. Да ладно, не вырезать. А то все говорят, Гена, ты материшься. Скажу, ну посмотрите, Костя как матерится. Что ему можно, а мне нельзя, что ли? У
тебя что заряжено, семерка? А? Иди, да, иди, что ты? Куда стреляешь далеко? Да нет. А? Недалеко? А чё ты там не стрелял-то, я не пойму. Бах, 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 блин. Не взяли, а взял. Ну вот. А это не горлица. Да. А? А что он здесь делал? Меня ждал? Вот балбес. А ты что? С коллиматора, что ли, стреляешь? Бывает, стреляют закрытые с прицелом, бывает, ну, с открытым, когда планку немного видно. Вот здесь, ну, надо с планкой с открытой. Я еще не привык после ижатства. У меня все, видишь, эти патроны закончились, Костя. Последний был. Тут же стрелять недалеко вроде. А... Видишь? Костя, последний. Ты слышал, какой выстрел? Бух, как будто бы это... Ах! Я себе подержи. Дверная пружина, что ли, стоит? Нет, нет, ты просто палец туда засунул. Не, у меня в газе. А что, пишет? Пружина поменьше. А еще и пишет. Ну, пускай пишет. Все это безобразие, блин. Пускай пишет. Ой, не могу. Вот так вот, ребята, мы весело проводим свои выходные. Ох, ёпта. Вон, смотри, чабаны. С этими, как его? Слушай, вот здесь тоже может быть, дай-ка я это отключу. Нахер я проебал. Нет, это к тебе кто-то там пошел. Сокол, по-моему, пошли. Да, вяхер был. Да, блин, недалеко. Я что-то отвлекся, Костя. Я его увидел, он уже далеко был. Идем уже на расслабоне, блин. Столько пройти, ни одного голубя не было. Уже идешь, как бы даже не ожидаешь его.
Ну, сейчас, да, значит, до конца дойдем, начнут вылетать либо на тебя, либо на меня. Я вообще не видел, Костян.